В Кызылкугинском районе работает 21 участковая комиссия референдума. Три из них расположены в районном центре села Мяла. Количество членов комиссии составляет 132, а членов, имеющих право участвовать в референдуме, более 18 тысяч кызылкугинцев. Важной для народа политической кампании жители района принимают активное участие. Я участвую в сегодняшнем референдуме. Последний раз он был в 1995 году. За 27 лет повторный референдум внес изменения в 33 статьи.